Ядсамбхавахам тривритасвате джаса вайкарикам тамасамандриям сриджате ваям сявасе махатмана сита шакунта ива сутраянтрита манахам вайкрита тамасендрия сриджама сарве ядану грахадидам. Перевод. От него, Верховного Господа, появляется на свет Брахма, чье тело состоит из совокупной материальной энергии и представляет собой вместилище разума, управляемого гуной страсти. От Брахмы рождаюсь я, Рудра, олицетворение ложного эго, и своим могуществом создаю всех остальных полубогов, пять первоэлементов, а также чувства. Я поклоняюсь Всевышнему, ибо Он во всем превосходит любого из нас. Все материальные элементы, чувства и полубоги, даже Брахма, и я послушны Его воле, словно птицы, которых держат на привязи. Только по милости Господа мы способны создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним, Верховным Существом. Комментарий Шрила Прабхупады. В этом стихе вкратце описывается сотворение материального мира. Сначала из Санкаршаны появляется Маха-Вишну, из Маха-Вишну – Гарбадакашая-Вишну. От Гарбадакашая-Вишну рождается Господь Брама, от Господа Брамы – Господь Шива, от Господа Шивы один за другим появляются на свет все остальные полубоги. Господь Брама, Господь Шива и Господь Вишну – это воплощение Бога, повелевающие различными качествами материальной природы. Из них Господь Вишну стоит выше всех материальных качеств, но для того, чтобы поддерживать этот мир, Он берет на Себя управление саттва-гуной, гуной благости. Господь Брама рождается из маха-таттвы. Он создает Вселенную. Господь Вишну поддерживает ее, а Господь Шива уничтожает. Верховная Личность Бога повелевает всеми полубогами, в том числе главными из них Господом Брамой, Господом Шивой, подобно хозяину птицы, который держит ее на привязи. Иногда таким образом приручают грифов. Омагьяна тимирандасья гинанджана шалакая Чакшурам миритам яна тасмай Шри Гураве намаха Шри Чайтанья манобриштам Абитам яна буттале Сваям рупа кадамайам дадати шма панамтикам Вандеам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавам Ша Рирупам Саграджатам Агнарагунатам витам там саджевам цадвейтам савадутам париджана сахитам Кришна чайтанья девам сирада Кришна панам цагналалита сиришакам витам шча Э Кришна каруна синна динабандо джагатпате гопеша гопита канта Радаканта намостуте, Таптаканчана гауранги, Раде Вриндаванешвари, Вришабану сутадеви, Пранамами харипри, Ванча калпа тарубьяща, Крипа синдубья эвача, Пачитанам ванебьо, Вайшнавебьо намо нама. Амам Вишну Падая, Кришна Приштая Буддале, Симати Бхакти Виданта, Свамине Чинамине, Намасте Сарасвати Деве, Гаурабани Прачарине, Нирвишеша Шуньявани, Пашчатя Вишатарине, Чая Шри Кришна, Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Пятая песня, 17 глава, Нисшествие Ганги. Это молитвы Господа Шивы, да? Господь Шива возносит эти молитвы. В Илаврита Варше. Илаврита Варше. Это часть Джамбудвипы. И следующая глава тоже будут молитвы. Только уже в других частях Джамбудвипы. Здесь начали с Лаврита Варши. И здесь остался один стих в этой главе. Наверное, можем его тоже, да, прочитать. Уже завершить эту главу. Ян нирмитам кархья пикарма парваним Майам джаноям гунасаргам ахита Наведанистарана йога манджаса тасмай намасте вилайодаятмане. Все мы обусловленные души, прикованы к материальному миру цепями иллюзорной энергии Верховного Господа. Не снискав благосклонности Господа, мы никогда не сможем понять, как освободиться от этих оков. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним, по чьей воле создается и уничтожается весь этот мир. Комментарий Шрилы Прабхупады в Бхагавад-гите 7.14. Кришна говорит: «Дай висеша гуна моим, мама моя, братья, я мама его, я пропадем, те моя, мы там таранти те». Есть, да, этот стих? Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Первый стих, который я услышал, когда пришел на первую лекцию. Это мы запомнили. Да. Все обусловленные души действуют под влиянием иллюзорной энергии Господа и отождествляют себя со своим телом. Поэтому они без конца скитаются по вселенной, рождаясь среди разных форм жизни и навлекая на себя все новые и новые страдания. В конце концов, они устают от этих страданий и начинают искать способ навсегда избавиться от них. К сожалению, все эти горе-искатели ничего не знают о Верховном Господе и его иллюзорной энергии, потому ведут свои поиски во тьме и не находят из нее выхода. Так называемые ученые в своих научно-исследовательских лабораториях предпринимают нелепые попытки обнаружить причину возникновения жизни. Они не задумываются над тем, что живые существа появляются на свет независимо от их исследований. Даже если ученым удастся определить химический состав живой клетки, какой в этом смысл? Все химические элементы, которые они изучают, это не что иное, как результат различных преобразований пяти первоэлементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира. Как объясняется в Бхагавад-гите 2.20, живые существа никогда не создаются на джаяте, мриете, вакадачин. Они существуют вечно, независимо от пяти грубых материальных элементов и трех тонких – ума, интеллекта и ложного эго. Когда живое существо хочет получить определенное тело, это тело создается из материальной энергии по воле Верховной Личности Бога. Материальная природа не более чем механизм, которым управляет Верховный Господь. Господь дает живому существу тело, которое подобно машине, и живое существо действует в этом теле, подчиняясь закону кармы. Карма
или кармическая деятельность описывается в данном стихе словами «карма парваним маям». Душа сидит в машине материального тела и управляет ею, следуя указаниям Верховного Господа. Так живое существо, находящееся в материальном мире, запутывается в сетях кармической деятельности и вынуждено переселяться из одного тела в другое. В Бхагавад-гите 15.7 говорится «Мана шаштан индрияни пракрити стани каршати». Живые существа ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых – ум. Любая деятельность, связанная с созданием и разрушением чего-либо, влечет за собой последствия, которые порабощают живое существо. Так действует иллюзорная энергия майя. Материальная энергия подобна компьютеру в руках Верховного Господа. Так называемые ученые утверждают, что природа действует независимо. Однако они не могут объяснить, что такое природа. Природа – это просто механизм, которым управляет Верховная Личность Бога. Когда человек понимает, кто управляет природой, все его проблемы разрешаются. В Бхагавад-гите Кришна говорит «Бхагунам джанманам анте гьянаванмам прападьяте васудева сарамати самахатма судурлаба». Тоже, да, есть отсек. «Пережив множество рождений и смертей, человек, обладающий истинным знанием, предается мне, ибо понимает, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Итак, здравомыслящие люди вручают себя Верховной Личности Бога, таким образом освобождаются из плена иллюзорной энергии майи». Так заканчивается комментарий Бхактинанты, 17 главе. Пятой песни Шриман Бхагаватам «Нисшествие Ганги». Здесь, да, описывается могущество материальной энергии. Дайви Сьешагна Маи Мама Майя Дуратия. Кришна говорит, что ее невозможно преодолеть. Настолько она могущественна, что живое существо, маленькое, не может никак ее преодолеть, потому что одна десятичная кончика волоса, даже сложно нас рассмотреть, да, микроскоп, настолько малое живое существо, и оно думает, что может преодолеть материальную энергию, которая гигантская и которая является энергией Господа, ее преодолеть невозможно. Туратия, здесь говорится, непреодолимая. Но Кришна описывает секрет, он говорит, мама я вае пропадзян те маям и там таранте, тот, кто предался мне. Кришна просто приказывает, все, отпусти его. И материальная энергия отпускает того, кто предался Господу. То есть это происходит по приказу Кришны, а не с помощью наших усилий. Наши усилия направлены на то, чтобы предаться Господу. И если мы предаемся Ему, то Он просто приказывает, и материальная энергия отпускает такое живое существо, и оно свободно уже. Гуны на него не влияют. Есть такие живые существа, которые уже освободились. Кришна освобождает их. И они обладают огромной свободой, потому что не подвержены влиянию страсти, невежества, материальной благости. Могут удивительные вещи делать такие живые существа, которые освободились от влияния материи, могут творить чудеса. И мы видим, да, на примере великих преданных, они удивительные вещи могли делать. Могли практически 24 часа в сутки служить Кришне. Недавно, в январе месяце, оставил этот мир один удивительный преданный, Агнидхар Прабху. Он, ну,
20 часов в сутки он служил, поскольку у них в ятре преданных было мало, а служения было много, то он взял на себя почти, ну, не знаю, ну, половину всего служения, которое было в ятре. Он был пуджари, то есть он рано утром в 3 часа пробуждал божества, проводил мангаларати, готовил, потом повторял джапу, да? Потом он выходил на санкиртану. Если никого не было, он один выходил с караталами, пел, и в рюкзачке у него были книги. Если кто-то останавливался, он предлагал книги. Ну, 2 раза в неделю была большая харинама, там уже выходило много преданных, а так в обычные дни он чаще всего сам выходил, потому что никого больше не было. Пел, распространял книги. Вечером он заканчивал джапу, потому что в течение дня у него весь день было служение. Было служение, поэтому вечером он читал джапу. И после этого он заходил на кухню, если там было что-то недомытое, какие-то кастрюли, которые забыли помыть, он все домывал до идеальной чистоты, доводил кухню. Ну и иногда ему нужно было еще пхогу закупать, и поскольку у него служение заканчивалось обычно, ну, в 12 ночи, то он на закупку ехал после полуночи. Он ехал на закупку, и в этом ночном супермаркете его уже все знали, потому что он был единственный, кто в час ночи приезжал на закупку. Поэтому они его прозвали «ночной священник». Особенно, когда нужно было воскресный пир готовить, там много продуктов нужно было. Поэтому он с большим рюкзаком приезжал на велосипеде, закупал все и ехал в храм. Потом проводил мангаларати, потом готовил воскресный пир. Такое у него было служение. И так продолжалось где-то около 30 лет. Ну и тело сильно истощилось, потому что он почти не спал 30 лет, вот, только служил, поэтому тело уже не выдерживало нагрузку, и у него случился сердечный приступ, этот инфаркт. Да? Но он очень человек терпеливый, поэтому он не обратил внимания, что там, ну, сильно болит что-то, ну и ладно, пусть болит. Продолжал служить, но становилось все хуже и хуже, потому что ж инфаркт — это вещь непростая такая. И преданные увидели, что он еле передвигается, говорят, что случилось? Да, говорит, что-то тут болит, наверное, простудился. Они говорят, нет, давай в больницу поедем. Там привезли в больницу, говорят, да все уже, говорит, он, у него инфаркт был. Он, как он вообще это ходит? Его положили в больницу по настоянию преданных, потому что он сам не хотел даже в больницу ложить. Положили в больницу, и становилось хуже, хуже, хуже. Вот. И врачи сказали, ну все, один день ему остался. Уже мы ничем помочь не можем. Поздно обратились. Вот. Там нужна какая-то суперсложная операция. И только есть один хирург в России, который ее делает. Там у него очередь на полгода вперед, поэтому шансов никаких. И преданные тогда сразу забрали его обратно в храм. Начали 24-часовой киртан. Вот. И у него были сильные боли, потому что это ж там уже все разрушилось. Вся сердечно-сосудистая система. Но на третий день, 3 дня он лежал под киртан. Преданные сменялись. 24 часа в сутки шел киртан. На третий день пришло письмо от духовного учителя. Духовный учитель сказал, ну, Кришна сейчас что-то решит, либо он его исцелит каким-то чудом, потому что уже врачи не могут его исцелить, либо он его заберет. И все, после этого боли прекратились. Он спокойно лежал еще один день. И на 4-й день перед вечерней службой за 5 минут он под киртан оставил тело.
Поскольку он был пуджари, похоже. Господь собрал его. Вот такие есть преданные, которые практически вышли, да, из-под влияния материальной энергии, полностью предались Господу. Вот. Есть живые примеры, то есть это не просто теория. Есть живые примеры преданных, которые полностью предались. И таких примеров немало. Самый первый был Джайананда Прабху, да, ученик Шрилы Прабхупады. Он тоже в таком же режиме служил почти круглосуточно. Строил колесницы. Когда он строил колесницы, он занимал прохожих обычно. Преданных было мало. И в основном преданные были заняты там служением в храме. У него не было помощников, поэтому тех, кто мимо проходил, он просил помочь. И некоторые из них оставались на пару недель с ним. Да. И строили колесницы. До сих пор встречаются люди, которые помнят, как они помогали Джайананде 50 лет назад. Говорит, да, мы помним, помним Джайананду. Мы проходили мимо, он дал молоток, и мы начали там забивать гвозди, и в результате остались на 2 недели, он нас просадом кормил. До сих пор встречаются такие люди, они уже такие очень старенькие. Но помнят, помнят Джайананду. Такая была удивительная личность. Он тоже вот сам служил круглосуточно и мог прям прохожих с улицы занять служением. Очень любил раздавать просад и почитать тоже он мог. Целое ведро просада съесть. Ну и очень любил раздавать просад, готовить и раздавать. Раздавал тоннами просад. Такие преданные, свободные от влияния гун. Кришна освобождает такого преданного, который предался ему. И он может служить сутками. Есть ли какие-то вопросы? Ну, я знаю, что Джабтака Махарадж первый раз пришел в храм. И как раз нужны были помощники на строительстве колесницы. Он сразу его занял в тот же день. Просто заглянул, посмотреть, там почтить просада. Первый раз зашел в храм. И его сразу же заняли в строительстве колесницы. Умел восхищаться тем, как люди забивают гвозди. Ну, он разные, да, он предлагал им виды служения, которые там нужны были в строительстве колесниц. Но самое первое, да, это обычно предлагал им забить гвоздь. Если у них это хоть немного получалось, да, он прославлял их и занимал на пару недель. Джайананда Прабху. Удивительная, да, личность. Я услышал еще то, что люди средними привычками, допустим, да, тоже приходится за ними лично и так помогает. Очень для самой себя тоже очень сразу моментально раз, и все, не хочется ничего. Да, Кришна может освободить. Для него это не проблема. А есть люди, которые очень сильно привязаны, и они не могут. 20 лет ходят в храм и не могут бросить там какую-то сигарету, там еще чего-то. Такая сильная привязанность, да, что они не готовы предаться Господу.
Ничего не получается у них. А кто? Готов? Я помню, мы распространяли книги по квартирам. Ходили в небольшой поселок рядом с Москвой. Предлагали книги, я звоню в дверь, и мужчина такой, спортсмен, открывает дверь, посмотрел, что увидел, что у меня духовная книга, говорит, заходи, и рассказал свою историю. Мастер спорта, все было замечательно, и тут запой начался. И он продолжался очень долго. Год, потом второй год, третий год. И он в какой-то момент почувствовал, что еще чуть-чуть и конец. Конец. И первый раз в жизни он начал молиться Богу. Бог, если ты есть, дай мне отвращение. И все, на следующий день он перестал пить. И на следующий день мы с книгами пришли. Он с удовольствием взял книги Бхагавад-гиту, потому что почувствовал, что все-таки он есть. Бог, муж сразу ответил ему на его молитву, поэтому с удовольствием взял книги. Не знаю, как дальше его судьба сложилась, но книги взял. Понял, что Бог есть. У Агнидхара Прабху была тоже похожая история. Он был спасателем на озере. У них там в этом городе Переславль-Залесский. Огромное озеро, это Плещеево озеро, где Петр I первую флотилию устроил. Подтешная флотилия была. Вот. Огромное озеро. И он был там спасателем. И в один из дней он на лодке вывез школьников там прокатить по озеру. И началась буря, там поднялся страшный ветер, волны начались, и лодку перевернуло. Лодку перевернуло, все в воде, а до берега там очень далеко было, почти никаких шансов выплыть, хотя он крепкий был. Шансы были близки к нулю, и он первый раз в жизни начал молиться. Господь, если ты есть, дай возможность выплыть. И каким-то чудом он выплыл, довольно быстро причем, чуть ли не там волной его туда выбросило. Быстро нашел лодку, всех детей вытащил. И сразу после этого отправился искать Бога. И в 90-м году это было. Он как раз пришел в первый храм. Там в Москве был, на квартире. Тоже так вот, квартира была большая. Там первый храм находился. Проспект Мира, дом 5, квартира 8. Метро Колхозная тогда называлась эта станция. И он пришел туда, я как раз первый раз там с ним познакомился, начал практиковать, тоже Господь дал ему веру, спас его. Тот искренне предается, Господь быстро отвечает, а кто держится за материальной привязанностью, это может продолжаться много жизней, может продолжаться. То есть Господь никого не заставляет. У нас есть свобода выбора. Хотим, можем держаться за эти привязанности миллионы жизней. А если захотим предаться, то очень быстро, да, освободит. Это преданное, которое оставил тело. Замеров два. Так он делал служение, на которое человек 20 нужно. Ну, без месяца 60 ему было уже, когда он оставил тело, без месяца. Ну, не остановилось, но просто все ятры теперь приходится это служение выполнять, да, потому что он столько на себе тянул. Вот. На такое количество служения, да, человек 20 нужно. Удивительные личности есть, вот, предаются Господу и могут делать такое служение, на которое 20 человек нужно. Предаются.
И мы сразу же в тот же день приехали, чтобы поучаствовать в кремации, но тело же не сразу отдают обычно. И как только тело отдали, это был понедельник, сразу объявили, что через 4 часа кремация. Я думал, ну, наверное, пару человек придет, потому что все на работе. Понедельник был. Вся ятра пришла. Крематорий был битком забит пренными, и такой киртан там устроили. Ага, да, там такой киртан устроили. Чтобы все кричали, громко. Киртан был мощный, еще всем книги распространили, кто там работал. Просадом угостили. Вот такая особая личность. Полностью предался. Еще вопросы? Кришна запускает в духовный мир только тех, кто соответствует этому. Да? Этим нормам. Тем, кто предался, да. Ну, да. Он из этих трех кумаров не пускал же, получается. Так они были непреданными. В итоге получили Джави Джави. По шапке. Да. Ну, это был особый замысел Господа. Ему нужно было сражаться, а с обычными демонами он не сражается. В его лилах только преданные участвуют. Поэтому им пришлось, да, принять рождение в телах демонов. И для этого он использовал кумаров, те прокляли. Задействовал их. Их легко было, да, чтобы они это сделали. Они, да, разгневались очень сильно, их не пустили в духовный мир. Духовный мир просто так не пройдешь, да. А как предаться, вот вопрос напрашивается. Как предаться? Нужно очень сильное желание. Должны понять, что это нам необходимо. Первостепенная потребность души – предаться Господу. Где взять это сильное желание? Но оно приходит в общении с теми, кто уже предался Господу. Когда видишь таких личностей, которые вот 24 часа в сутки служат Господу, вот, даже не думают ни о каких чувственных наслаждениях, да, это очень вдохновляет. Да, такие личности встречаются. Это редкая удача встретить таких личностей. И вот появляется возможность вдохновиться тоже на предание. Потому что Господь ждет, Он не заставляет нас предаться. Ждет, когда у нас появится это желание. Поэтому Он предоставляет столько возможностей. 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Можно все попробовать. Вот. Все возможности дает, никого не заставляет. Для того, чтобы двигаться, нужно решение даже. Не обязательно. Нужно желание. Нужно желание. Просто, ну, всегда это. Там легче, да. Там много служения вашими. Там можно, да, 24 часа в сутки служить, повторять святые имена, служить. Суток не хватает обычно. Столько служения. Я замечаю, время совсем по-другому. Да. С позиции домохозяина кажется, наоборот, что вот с вами идеальная жизнь, все там практиковать. Да, иногда вашими грехасти преданным больше даже приходится предаваться. Тут и дети, тут и работа, и нужно и джапу повторять, и
книги читать. Иногда, да, грехостаршие, преданные. Если у них, если у них есть желание, то они тоже предаются полностью. Я слышал, что буддисты скоро уходят специально там дойти и протекать А если что было желание, нужно обязательно, чтобы любить Господа, любовь была, да? И она потом приходит. Да, когда мы кого-то любим, мы же предаемся. Готовы все сделать для этого человека, да? Так и Господь, да, когда человека проявляется вот эта любовь, привязанность к Господу, он готов для него делать, служить 24 часа в сутки. Скажите, вот у лекарства, если жена, да, допустим, она не верит, то есть просто предается мужу. Да, если она служит мужу, то тоже будет продвигаться духовно. Ну как понять, что ты вышел из-под влияния? Вышел из-под влияния? Ну, получается, вот ты прилялся и уходишь. То есть это связанные вещи. Да, Господь освобождает. Как понять, освободил меня? Ну, есть описание, да, освобожденных душ. Это какая у нас глава получается? Ну, еще во второй главе есть описание таких душ. Бхагавад-гита, как она есть. Где у нас Бхагавад-гита? Здесь есть описание освобожденных душ. То есть тот преданный, по которому расстался и оставил тело, то есть он же вряд ли задавался этим вопросом, освобожденный или нет, получается, он просто служил? Просто, да, служил. Не обращая внимания на материальные условности, но в какой-то момент, потому что он давал о себе знать. Полностью предался, да, служил. Вот с описания, начиная с 56 стиха, 2 глава. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственное страдание, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим ум. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается дурное, обладает совершенным знанием. И так далее. Тут целая серия стихов идет, описывает таких преданных. То есть, получается, он может сам не анализировать это, да? Ну, состояние, это качество. А со стороны люди видят. Да. Похоже, что это соотносится как-то с нашим вот этим желанием предаться или преданием. Да, да. Предадемся. Сколько предались, насколько освободились. Да. Кришна это объясняет, до какой степени человек отдает себе мне, я отвечаю ему соответственно. Каждый во всем следует моим путем. Это уже третья глава Бхагавад-гиты. Нет, потому что, ну, хочешь освободиться, то же, ну, служи. Процесс постепенный, да, до какой степени мы вручаем себя Господу, он отвечает соответственно. Ну и есть само описание процесса вручения себя Господу. Это уже Чайтанья Чаритамрита, Мадхья-лила, глава 22. Там описывается Шаранагати. Анукульяся Санкалпо, Пратикульяся Варджанам, Ракшишья Тити Вишвасо, Гоп Тритве Варанам Татха. Шрила Прабхупада это. Этот стих цитирует в 18 главе, стих 66, вот, Сарвадхармам Паритеджа, да?
Прабхупада здесь цитирует этот стих. Процесс шаранагати. Как происходит? Первое – это анукульясия санкалпа. Принимать все, что благоприятно для преданного служения. Если мы что-то обнаруживаем, что помогает преданному служению, это нужно принимать. Пратикульясия варджанам. Если мы обнаруживаем, что-то мешает преданному служению, это нужно отвергнуть. Ракшишья тити вишвасо, значит, принять защиту Господа. Должны понимать, что Господь будет защищать, если мы предаемся ему, он будет защищать. Гоп Тритве Варанам Татха, он лучший покровитель и господин. И дальше смирение, да, приходит к человеку, когда он понимает, да, Господь тут всем управляет, не я здесь управляю. Приходит смирение, и тогда человек полностью вручает себя Господу. То есть мы должны четко выяснить, что помогает преданному служению. У нас список должен быть так, вот это вот мне помогает. Другой список, что мешает избегать этого. С этого начинается предание себя Господу. Да. Это сильно, что преданный во главу угла поставил вот это вот служение, да? То есть желание, ну, желание будет служение. Да. Вот, а ты вот заморочен, да, что ты выспался, а не выспался, что ты вкусно поел, там вовремя поел. То есть ты вот оброс. И предаться вот так, как бы, не понимаешь, как так можно. Это вообще бесчеловечное. Человек должен, да, уже осознавать, что он не тело. Я вечная духовная душа. Ну, вот у меня пока есть это тело еще. И будем задействовать его в служении. До тех пор, пока мы отрезляем себя с телом, очень сложно будет предаться. Поэтому первый шаг, который Кришна описывает во второй главе Бхагавад-гиты, это нужно понять, что мы вечные духовные души, мы не тела. Первое наставление Кришны наш и Бхагавануча. Ашочин анвашочаствам прагьявадам шабашасе. Гатасу на гатасу шчан ману шочанти пандитага. Арджуна был погружен в скорбь. Да? Первая глава описывает отчаяние Арджуны. И Кришна ему говорит, ты говоришь очень ученые слова, но твое поведение свидетельствует а совсем другом, да? Ашочин анвашочествам прагьявадам шабашаса. Мудрые люди не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Первый стих, который Кришна произносит в Бхагавад-гите, давая наставление Арджуне. До этого он уже его немножко отругал. Там уже были пару стихов, которые Кришна произносит. А это первое наставление. 11 стих, 2 глава. Первое наставление Кришны. Дальше он говорит, Натвевахам джатана саммотвам меджана бьона чайва набаришива савевая атахпарам. Никогда не было так, чтобы не существовал я, или ты, или все эти цари. Никогда не будет так, чтобы кто-либо из нас прекратил свое существование. Целая глава, да? Кришна описывает наше изначальное положение.
Хорошо. Можем пока остановиться, да? Крандарачи над Бхагаватам киджай, Шила Прабхупад киджай. Вечером тоже, да, будет программа?